Лежакова. Ехал посмотреть еще раз по полям, полазить. Оп, за нору посмотреть. Сейчас спустимся. Заросло-то все как. Конечно, вода тут вкупе должна быть, вода. Хрен на себе. Вот она, кобза нора. Шпат, кварц. В кварце слюда. Вместе с гранатом мелкий, прозрачный. Биотитик слюда. И вот такой вот пигматитовый жили, мощный кварц. В некоторых местах встречается гранат прозрачный. Ну и вот там вот андалузит был. Интересно. И кварц вроде бы неплохой был. С чем-то непонятно. И пигматит вот такой вот мелкий, но с иризацией поплескивает. Ну вот снег чуть-чуть пошел. Не нужен по пополю побродить, а то завалит нахрен все. Вот тоже крупная графика, мелкая графика. Вот так вот ее разрезать, если то блестеть будет. И ниже-то тут не пойдешь. Я пробовал зимой. Нет, не успевает промерзать. Речка близко. Наполняется сразу. Пигматит крупной графики. Видите, какие они большие. Хтиоглипты. С этой стороны поменьше. Вон он какой. Бывает, встречаются и красивые образцы. Вот тут вертело как и мелкий, и покрупнее. Резать надо. Вот образец неплохой.
Вот он какой. Письмена. Увидите какой-нибудь кусок, мало похож на пигматит, не поленитесь повернуть его. Потому что вот здесь, вот видите, частично письмена видно, а частично вот такие продолговатые дехли. Ой. Вот эти вот кварцевые прожилки. Если их разрезать вот так перпендикулярно, то как раз и получатся письмена. Поэтому вот здесь вообще в кварце. Помыть, что ли, этот образец. Может интересно смотреться. Посмотрим отвал. Я тогда не брал такие. А тут уже кто-то побывал, все растащил. Вот. Шпат чудесный был. И в нем как-то попал гранат 3 мм. Ну, до того красиво. Ну, просвет такой светлый, розовый, так малиновым казался. Вообще, симпатичные вещи бывают. Нет, вряд ли я что-то пропустил. Где-то старые видеозаписи есть там. Плейлисты. А это вот шпат, он с краю такой был. Некрасивый, невкусный. А потом ближе к середине уже это тоже с краю такой. А ближе к середине уже симпатюля такой стал. Так, ну ладно, надо сходить на ту сторону. Ну вот, определить, что жила пигматитовая, это можно ведь? Вот видите, здесь письмена не видны, потому что те глипты кварца вот так вот идут. Но где-то, где-то в сечении они должны... Ух ты, отскочила куда-то появиться. Да, вот тут валяются даже. Что-то можно посмотреть. Вот видите, они продольные, а здесь вот, вот сечение нехарактерное. Уже видно, что червячки появляются. О, напичкано биотитом-то. Вот видно, что пигматит плохой. Вот с краев, вот тоже в гнезде лежит, а это уже все. Это уже жила пигматитовая. Сейчас я вот этот каменюку выверну. Ну вот она, к сожалению, раскололась. Ну вы поняли, как она вот так была, что ли. Вот они продольные, продолговатые их те глипты. Вот, а в сечении уже вот червячки появляются. Иероглифы. Так что вот это жила пигматитовая. Никуда от этого не попрешь. Ну вот еще раз. Вот с этой стороны, видите, пигматит мелкий. Вот здесь вот он покрупнее становится. И вот уже вообще монолит шпат пошел. То есть что у нас с этой стороны? Здесь вкусное место. Ближе к друзовой полости какой-нибудь, если она таковая будет. А это край. Вот тоже пигматит. Вау! Как классно! Тут даже кварц. Вон как хорошо. Вау, мелочь какая. Вот
здесь покрупнее. Буквально на 10 сантиметрах такая разница. Ладно, тут вертело все. Вот пегматит. Вот продольная, вот она поперечина. Так. Не болтыхнуться тут. Вот. Смочим водой, красиво смотрится. Это кварц тут. Если кто-то работать захочет, то здесь надо по кварцу идти. Шпат. Вот какой шпат. Тут слюда была еще. Вот не видно таких. Свернутая как бы. Как в трубочку, как свиток какой-то. Такими рулетами. Ну, это гнейс. Вот у него жила. С краев такая шняга.